Добрый день, друзья. С вами по-прежнему Верхов. Давно мы с вами не встречались, давно мы с вами не играли. Ну, вижу, что, в общем-то, на форуме новички плавают, не могут никак они развить игрока, что-то какие-то проблемы у них. Поэтому, в общем-то, я решил показать видео до первого турнира, а именно до турнира «Золотой ключик», который будет у нас с вами проходить на базе деревенской просторы, и мы его должны просто выиграть. Ну, как помните, я там профиль новый начал, но я что-то куда-то его делал, и вот сейчас перед вами новый профиль. Давайте посмотрим. Как видите, разряд 8, 2 дня игры, то есть 2 дня я вам показал, мы его отыграли. Ловили мы, использовали бах в игре, ну, то есть мы играли на спиннинг, играли, ставили биологическую насадку и ловили как биологическую насадку на спиннинг. Как это делать, вы все вы это видели. Сейчас вы видите, что на второй день игры у меня, в общем-то, я укомплектован для турнира «Золотой ключик». Ну, почему так получилось? Да потому что в первый день я вместе с корешкой поймал клад на 72 тысячи, и вот эти 72 тысячи, вот они перед вами. То есть это полностью оснащенных три удилища на 10 килограмм. И плюс спин на 12 килограмм тоже оснащен на ловлю черепахи. И после всего этого у меня осталось 11 тысяч рублей. Ну, то есть я спокойно сейчас играю. Ну, хотя подтвержденный, 100%, на который будет работать прикорм, это чистый анис, без всяких ароматизаторов. Но я куплю все-таки ароматизатор, укроп я куплю. И, естественно, мы с вами давайте сейчас приготовим с вами прикорм. Это анис. Мы с вами будем ловить его на ручейник, то есть добавим ручейник. И я добавлю укропа. Все, мы подготовились. И время 3 часа 20 минут. И самое время сейчас открыть карту локации, посмотреть глубины. И пойти на локацию, закинуть удочки. Где взять глубины? Ну, в любой клевалке. Во всех этих клевалках есть карта локации. Ну, давайте мы смотрим, посмотрим локацию. Так, дома воды. И мы сейчас с вами посмотрим, ну, что там в блокноте. Какие там глубины. Так, здесь мы как поступаем? Открываем, переходим на любую удочку, открываем вот это окошко, переходим на спиннинг, вот блесенка появилась, и ставим с вами ручейника. Все, мы готовы во все оружие, поехали. Так, между тем, друзья, игровое время 23 часа 10 минут, и я поставил игру на паузу. Ну что, давайте лоток посмотрим. Как помните, у меня было 51 рыба, сейчас 111 рыб в садке. Ну, то есть я поймал здесь уже, понятно, на несколько рыб больше, то есть на сколько? На 9 рыб больше, да? И давайте посмотрим ельца. На деревенских я поймал 41 ельца. Давайте у дома воды посмотрим, сколько ельцов я поймал. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Всего только 22 ельца, то есть в два раза меньше я поймал. То есть КПД насадки. То есть мы тратим насадку просто так, не вылавливая то, что нам нужно. Мы сорную рыбу ловим. Ну, возможно, не совсем сорную, потому что все-таки караси там золотые, там, а возможно, караси еще там что-то на доску дадут нам с вами. Так что смотрите, вот многие могут сказать: Верхов, ты вообще ерундой занимаешься. Какая тебе разница, то есть что мы ловим и как мы ловим? Ну, друзья, вот эти цены в рыболовном магазине аховые, вот эти вот,
они заставляют задуматься, то есть, что нам нужно ловить и как нам копеечку беречь. Тем более мы даже в начале игры не можем две уды нормальных купить. У нас самые плохие катушки и самые отвратительные крючки, и у нас денег нет ни на что. Поэтому, в общем-то, я считаю, что, в общем-то, копеечку-то нужно посчитать в самом начале этой игры и очень тщательно посчитать. Но, тем не менее, давайте вот за два дня игры, давайте продадим всего ельца. И у нас 10 тысяч нам елец дал. 10 тысяч за два дня мы заработали ельцов. Ну и здесь, конечно, у нас с вами полно таких вещей, как он красивый серебряный. Так, давайте-ка отпустим весь этот вид. Не буду я ничего жарить, сушить. Давайте это тоже отпустим, этот вид. Давайте этот тоже отпустим вид. Водоросли тоже отпустим вид. Если там есть у вас по полкило, то пожарьте их. Нет, я всю рыбу не хочу отпустить. Я хочу отпустить водоросли. И карася серебряного тоже хочу отпустить. То есть вот когда мы ловим ненужное, то есть когда нам много мусора идет в нашу насадку с нашими удилищами хлипкими, но это очень плохо, друзья. Из остатков то, что у нас ниже 100 грамм и 100 грамм мы сделаем с вами живца, а все остальное отпустим. Кама, сафари. Мы же и снасти с вами тоже гробим. Ну, то есть, как бы вот наиболее рациональный подход, друзья, чисто мое мнение, которое я проверял неоднократно в начальных профилях, то есть дом у воды хорошие локации с ельцом, замечательные. Но, как видите, да, там ельца много, и он тяжелый, там елец, и он там клюет, конечно, безусловно, но там попутные рыбы, то есть там много карася, там много плотвы, там много водорослей, они могут тяжелые клевать, больше килограмма, ну то есть водоросли, караси могут тяжелые клевать, и они просто 3-килограммовое удилище убьют, просто так, а главное это нам елец нужен зачетный. Вот про что речь. Итак, друзья, в общем-то, я считаю, что локации-то абсолютно равны по продуктивности ельца. Ну, то есть, зачетов мы приблизительно одинаково там поймали. Равное количество, вот. Ну, а вся остальная рыба, она нам просто износила снасть. Ну, карась золотой нам дал, в общем-то, какую-то карму. Ну, и тритоны нам неплохо подымали, друзья, опыт нам неплохо подымали. Ну, поэтому здесь вот такой баланс между финансами, то есть заработком, и, конечно, опытом и кармой. И та, эта локация имеет право, чтобы на ней играли, ловили новички с двумя удочками. Будет нормально получаться. Вот, и, друзья, продолжаем с вами, то есть вот мы 3 дня с вами отыграли, ельцов отловили, и никаких телодвижений не нужно делать, если мы хотим, в общем-то, стартануть по-нормальному. Ловим турнир какой-то здесь будет, если на родной базе, или квест какой-то на родной базе. До 10-го разряда мы не выездные, и куда нам ехать, у нас денег нет. На турнир едва-едва хватает. Когда мы подойдем к турниру, я вам скажу, друзья, заранее, что, в общем-то, турнир можно сыграть с одной удочкой. Всего с одной удочкой. Не нужно там покупать 3 удочки. Вот если денег совсем туго, главное, чтобы нам набрать на турнир, а он будет где-то порядка, по-моему, 13-15 тысяч стоит, этот турнир, и набрать на одну оснастку. То есть нам где-то вот с понедельника до турнира, до субботы там, когда у нас будет генерация с пятницы на субботу, вот до этого времени нам нужно как-то умудриться заработать с вами и 15 тысяч на турнир, и, в общем-то, на одну снасть как-то заработать. Ну, друзья, увидим все в конце недели. В общем-то, встретимся совсем скоро. С вами был Верхов. Всего доброго.